Сейчас мы вам назовем одно имя, которое вы очень хорошо знаете. Это Аня Чикина, наш фитнес-тренер. Наконец-то она вернулась. Он улетал, но обещал вернуться. Аня, доброе утро. Всем доброе утро. Ты наш Карлсон. И сегодня у нас с вами зарядка на все тело, поэтому поехали. Начинаем сверху с нашей шеи. С мозгов я бы попросила, пожалуйста. С мозгов, да. Вытягиваемся одним ухом вверх в потолок, вторым тянемся вниз к своему плечу. Почувствуйте сбоку вытяжение. Аня, если что-то хрустнуло, это как бы признак старости или все в порядке? Нет, это признак утра, скорее всего. Одна девочка так делала, и у нее сломалась шея. Нет, какая такая девочка? Я даже знаю эту девочку, мы ей капсикамом натирали шею. Дальше. Полукруговые движения от плеча до плеча. Значит, делайте менее интенсивно. Если что-то сильно хрустит, чуть меньше по амплитуде. Но противовоспалительный крем держите наготове, да? И это тоже. Отлично, останавливаемся. Аня, а поясни, пожалуйста, нашим зрителям, почему нельзя закидывать голову назад? Из-за строения позвонков. Так как сзади у нас есть такие отростки, которые вот так друг на дружку становятся. И если резко где-то туда запрокинуть голову, они могут сдавиться, будут неприятные ощущения. Вообще можно запрокидывать голову назад, просто старайтесь ее туда не бросать, а чуть-чуть вытягиваться подбородком вверх. Угу. Когда вытягиваетесь подбородком вверх, тогда не чувствуется сзади такой компрессии. Угу. Оказалось бы, просто шея, а мы посвятили 40 секунд. Столько времени, да. Конечно, да. Очень важный регион. Дальше наши плечи вращаем. Старайтесь локтями тянуться во все стороны. Вверх, назад, вниз. Я не очень интенсивно делаю это упражнение. Это энергичный танец. Я понимаю, что вы хотите мне сказать, но я буду делать это просто так. И в обратную сторону вращаем. Угу. Хорошо, еще один раз. Останавливаемся. Дальше боковые вытяжения для нашего позвоночника. Со вдохом тянемся рукой в сторону, таз толкаем в противоположную. От руки в сторону. Возвращаемся обратно с выдохом. Ой, снова вдох, упражнение. Потянулись, выдох обратно. Да, Аня, будет ты неправильно приятно делаешь. Чуть-чуть. Ну, знаешь, человек просто сидит, Аня, ты просто не видишь, она просто сидит и говорит, какой хороший. А я просто его дома очень часто делаю. Ну, как часто? Раз в месяц. Действительно, чистишь, Аня. И еще по одному разу вдох, потянулись. Вот здесь сбоку должны потянуться области ребер, косы, мышцы живота, спинка сзади. И возвращаемся еще один раз. Отлично. И стоп. Дальше кладем свои руки на бедра и толкаемся руками от ног. Посмотрите себе на живот, скругляем спину, а потом отталкиваемся руками от бедер, прогибаемся. Снова толкаемся, область между лопаток толкаем вверх в потолок и со вдохом прогибаемся. Я боюсь, Аня, что некоторые просто останутся в этой позе, когда они наклонились, посмотрели на свой живот и подумали, да, надо переставать есть. В принципе, на этом упражнение закончено. Здесь смотрим не на размеры живота, а на то, как чувствуется наш позвоночник, как он двигается, как вам приятно. Поэтому свой живот любим и наслаждаемся движением позвоночника. Последний раз. Отлично, останавливаемся. Дальше голеностопы. Просто повращайте в одном направлении свою стопу, в противоположную сторону. Это разминка перед пробежкой за автобусом. Очень удобно. Отлично. И вторая нога. В одну сторону, во вторую, все поспали, все залежалось, нужно все размять. И дальше ставим стопы широко, шире ширины своих плеч, стопы параллельны друг дружке. И мы делаем выпад на одну ногу. Здесь толкаем колено вперед, а таз уводим назад. И с выдохом поднимаемся вверх. Снова вдох, плавно опустились, выдох, поднимаемся вверх. По амплитуде можно приседать не глубоко. Здесь наша задача, чтобы снова хорошо поработали все суставчики, все мышцы в ногах. Угу. Хорошо, еще по разу. Вдох, опускаемся, выдох, поднимаемся. И последний раз. Остановочка. Прекрасно. Все, Аня? Может быть, еще постоим в планочке? Я так понимаю, что ты, как профессиональный тренер, можешь нам бесконечно показывать зарядку. Да. И в планочке наши телезрители постоят сами. Молодцы. Да. Всем желаю хорошей недели. Спасибо большое, Аня. Я только хотела сказать, что профессионал на то и профессионалы, что ни одно движение не будет повторяться.